Работников угольных разрезов теперь будут обучать в Хакасии. Прежде всего, речь идет о водителях тяжелой техники, потребность которых с каждым годом растет. За подготовку профессиональных кадров взялась компания «СОЭК Хакасия». Подобных учебных центров в республике больше нет. Здесь будущие горняки «СОЭК Хакасия» учатся управлять тяжелой техникой на самых современных тренажерах. Преподает хрупкая девушка Алена. Молодец! Красавчик! Со стороны процесс обучения выглядит как игра, но учебные кабины полностью повторяют настоящие БелАЗы, бульдозеры, экскаваторы. Довольно новые ощущения. И в плане попробовать себя тут надо обязательно, потому что действительно какие-то ошибки можно увидеть и над ними поработать. И довольно неплохой опыт на этом получаешь. На большом экране реалистичная картинка разреза. А если не умеешь водить, то с легкостью угодишь в карьер. Вы допустили столкновение с препятствием. Главная задача учебного центра – это выпустить действительно настоящих профессионалов, которые хоть завтра смогут работать в реальных условиях, чтобы компания не понесла материальных потерь. А главное, мы осознаем необходимость сохранения жизни и здоровья наших сотрудников. По соседству теоретический класс. Будущие шахтеры слушают лекции по безопасности. Моя личная цель как преподавателя – научить их всему тому, что я знаю. Весь свой опыт, свой стаж передать им. Ну и, соответственно, в процессе своей работы, чтобы они свои знания применили, и сохранили жизнь свою и здоровье. Хакасии угольных разрезов с каждым годом все больше рабочих рук не хватает. Именно поэтому и был создан учебный класс. Так, например, специалисты, которые проходят обучение сейчас, уже совсем скоро будут трудиться на шахте «Талгинская», западная, в Кузбассе. Добыча угля там уже началась.